Это за Миракуль сот, который я хотела. В общем, укольный мам день рождения мы хотим подарить. Вот здесь такой огромный. 7000 стоит. А в другом месте смотрела 8 был. Маленький. Уж такие вот красивые цветы везде. Уценка. Это я. Это Артемка с папой. Да? Тёмка, ты куда присел? Цветов, скажи, сколько много, да? Да. Вырастешь, будешь маме цветы дарить, да, Тёмка? Нет, не будешь. Мы пришли в Гринленд. Здесь такие вот цветочки красивые. 4800, кстати, такой стоит. Вот они, гиацинты, которые можно высаживать на участке. 1500 всего стоит 3 штуки. Классно. Вот классная идея для подарка. Вместо обычных срезанных цветов. Вот 7800, это лилии. Офигенно, они еще откроются. Еще не знаю, сколько простоят открытые. Они в горшке, там еще луковицы можно пересадить будет потом в землю. Они еще несколько лет радовать будут. И вот это вот вообще классно. Это же гортензия блу. 6400 всего стоит. Тут еще вот она будет распускаться. Ее можно будет тоже посадить в сад. И она будет расти. Офигенная просто. Красивая. Смотри, что я нашла. Такого твоей мамы точно нет. Ее можно в огород посадить. Она огромным кустом разрастется. Гортензия. Такие. Какая красотища. Какой выбираем? Вот это или вот это? Ну, вот здесь они еще, видишь, не распустились, где они такие светленькие, они еще будут распускаться, она если их посадит. А вот тут они уже, в принципе, распустились. Вот тут тоже, видишь, бутончики еще есть. Ну, вот этот бутончик еще будет распускаться. Вот эти распустились уже. Вот этот, наверное, самый такой большой возьму, голубой с зелененьким. Классно. Вышли с Артемкой на улицу. Уже одеваем вот такой вот легенький комбинезончик. У нас на улице жарко. Травка зеленеет там. Все гуляют уже в кофтах, я тоже. Просто в одних кроссовочках, кофточке, штанишках, в общем, спортивных. Очень тепло. На улице 17 градусов. Артемочка у нас спит. Сейчас кричал, кричал так сильно. Но все-таки уснул. Я хожу, гуляю тоже. Вот. Очень у нас тепло. Тёмка спит. Вешаем ему такую игрушку, растяжку. Он на ней иногда смотрит. На улице красота, теплота. Солнышко. Мы гуляем даже несколько раз в день, бываем 2-3 раза можем выйти. Потому что дома очень жарко, у нас отопление еще не отключили. Дома жарко, на улице хорошо. Уже начинается 4/4 завтрашнего дня, уже все дети учатся 27 марта. Последняя четверть. Так время пролетело быстро. Школа так быстро закончилась. Вообще. У нас Регина закончила. Она отлично. Все четверти, в принципе, если еще одна четверть тоже закончена. Отлично вообще. Будет отличница. Нет. Ну, Милана с одной троечки у нас заканчивает. Не знаю, в 4/4 что-то изменится или нет. А еще, кстати, у меня вчера так болело горло сильно, а сегодня уже все прошло. Я так думаю, что это какая-то аллергическая реакция была, что ли, не пойму. Горло болело вчера очень сильно, аж глотать тяжело было. Сегодня все прошло. Напишите, у кого-то тоже так же было. Что это может быть? Так, мне кто-то звонит. Я вчера, в общем, так усердно лечила свое горло. Выпила целый стакан ромашки, этот фиточай ромашку.
Артемка у нас тоже недавно, кстати, переболел. Мы ромашку выписывали, синьку. Синькой горло лечили, ромашкой и аквамарисом. Вот сейчас вроде выздоровел, тьфу-тьфу, все нормально. А я лечила вчера, вот я говорила, целый стакан ромашки выпила. Потом что я еще? Энголит брызгала тоже, доктор Мом, сосульки. И, в общем, за один день вот так вот вылечила свое горло. Не знаю, правда, это было аллергия или это болезнь какая-то такая непонятная. Артемка вчера на коврике лежал, на развивающем. И мы ему принесли от моей мамы неваляшку. И вот он с этой неваляшкой играл-играл. И в итоге перевернулся с живота на спину 2 раза. Я увидела это. Успела только голову задержать его, чтобы он не ударился. Так что один раз он ударился, конечно, 3-й раз, когда хотел. И мы вот этого боялись, что он перестанет переворачиваться из-за того, что бояться будет удариться. И вот ударился и больше не переворачивается пока. Надеюсь, сегодня еще у него получится перевернуться. Наш колобочек. Коляска вот эта у нас, конечно, всю зиму выручала классно. Не знаю, на следующий год будем мы ей пользоваться. Нет, еще одну зиму. Но супер коляска. Вездеход. Угу. Сейчас были в детском мире. На лифте, в общем, поднимались. Коляска так удобно, классно вообще. Давай, нажимай. В детском мире сейчас по скидке взяли кроксы, в общем, Милане на лето. 37 размер уже Миланку у нас носит, но не знаю, померить, посмотрим, как будет. Артемка спит, классно вообще. С бонусы еще у меня списали 600 тенге, так что кроксы у нас вообще обошлись за 1000 тенге. Давай, заходи, или я первая. Заходи. Нажимаем первый этаж. Вроде так должно быть. Вот он. Открытый лифт. Классно так. И поехали. Все, приехали. Выходи. Лифт с датчиком. Движение по ходу дела. Коляску закатываешь, когда она, эта дверь открывается, не закрывается до конца. Прикольно. Ты где, Реги? Все, теперь идем на улицу гулять. У нас ветер сегодня на улице ужасный. Раз, два, три. Знаешь, скажи, что это за счет такой, блядь?